В столичном метро участились случаи травм. В последнее время пассажиры регулярно из подземки бегут в больницу. В поезде женщины, например, зажала голову дверями. По словам девушки, створки сомкнулись, когда она входила в вагон на станции Курская. Пассажирка выбралась из западни, но в тот же день обратилась в больницу с жалобами на головную боль. Ранее пенсионерка сломала руку в той же подземке. Также во время посадки двери закрылись, и состав тронулся. Рука пожилой женщины осталась между створками. Сейчас правоохранители начали проверку по несчастным случаям.